Добрый день. Мы привыкли плевать на весь мир. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, десятилетиями разрушали промышленность, грабили природные богатства. Социальная деградация – это уже победа. Колоссальный рост бедности – и это победа. И неравенство. Это, конечно же, тоже победа. И знаете, сейчас добавлю очень важную, простую, но очень важную вещь. Я чрезвычайно для нас важен. Можно сказать больше, абсолютно бесценен. Один хозяин, один господин. Я хочу и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. И это, похоже, уже не лечится. Спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию.